переплатили за водоотведение 3 миллиона рублей. Такую сумму выше положенной нормы взимал 19-й цех «Севмаша» с Северодвинцев. Жители многоквартирных домов переплачивали за стоки в течение 6 месяцев. Один из жильцов обратился в прокуратуру. В своем заявлении в прокуратуру Северодвинец утверждает, в квитанции сумма, начисленная за стоки, больше положенной. Переплачивает он в течение 3 месяцев, при том, что в доме, где он проживает, общедомовые и индивидуальные приборы установлены только на горячую и холодную воду. На стоки их нет. Данному гражданину при расчете платы за водоотведение были учтены не только показания индивидуальных приборов учета холодной воды и горячей воды, но и объемы холодной воды, предоставленной на общедомовые нужды, что будет противоречить 42-му пункту постановления правительства о предоставлении коммунальных услуг. То есть платить за стоки Северодвинец должен только исходя из показания счетчиков холодной и горячей воды. По данному нарушению прокуратура направила представление на имя генерального директора «Севмаша». Руководство завода нарушение признали. Пообещали сделать перерасчет не только у заявителя, но и в других многоквартирных домах, где нет приборов учета водоотведения. Сумма перерасчета составила 3 миллиона 300 тысяч рублей.